Каждый год с апреля по май идет комплектование дошкольных образовательных учреждений. Дети поступают в детсады с 1 июня. Как в этом году формируются группы, расскажем в следующем сюжете. Более 36 тысяч детей сейчас ходят в столичные детские сады. И хотя за последние 5 лет построено 20 новых современных дошкольных учреждений, тем не менее еще не все желающие обеспечены местами. А по состоянию на 10 мая в очереди на получение места в детских образовательных учреждениях состоит 18 698 детей. Из них 10 551 ребенок в возрасте с 1,5 до 3 лет. А в детские сады города Чебоксары 1 июня будет направлено 7702 ребенка, из них 2122 ребенка льготной категории. Даже после комплектования на 2018 год в очереди останется более 11 тысяч детей. Ольгешево, Богданка, Садовый, Новый Город, Лента, Университет, Волжский. В этих микрорайонах вопрос очередности стоит наиболее остро. Детям от 2,5 до 3 лет, не попавшим в детские сады своих микрорайонов, предложены места по городу. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.